Если в твоей жизни есть что-то такое, о чем ты грезишь, но никак не можешь заполучить это, причина тому — образ твоих мыслей. Все, что тебе нужно, так это найти тот образ, который будет подталкивать тебя снова и снова. Найди этот ингредиент, и твоих сил на все хватит, ведь ты человек. В каждом из нас уже заложено все, что нужно для преодоления невзгод. Лишь прими решение пройти через это, прорваться сквозь это. Путешествие к твоим мечтам всегда начинается внутри тебя. Люди всегда ждут идеальных обстоятельств, чтобы начать что-то делать, будь то учеба, бизнес или тренировки. Пойми ты, наконец, идеальных ситуаций не существует. На тебя не свалится из ниоткуда куча возможностей, после чего ты скажешь: «Вот оно, мое время». Началом всему может быть только одно – твой первый шаг. Перестань бежать от своих возможностей. Все, что тебе нужно, у тебя уже есть. Оно всегда было у тебя внутри. Ты должен начать пробовать. Если что-то не вышло, ты должен встать и снова пытаться. Вполне может быть, что ты и дальше будешь ошибаться. Главное – не останавливаться на страхе перед этими ошибками. Запомни, ошибки – это часть рецепта успеха. Только неудачники сдаются после первого же провала. Все победители когда-то проигрывают. Лузеры и победители все терпят поражение. Разница лишь в том, что победитель всегда встает и делает все заново. Все, что вам нужно, это немного воображения. Ваше воображение, верите вы в это или нет, это как трейлер к жизни, которая вас ждет впереди. Но если ты даже представить себе не можешь, каким будет твое будущее, даже не надейся, что у тебя что-то получится. Когда ты одержим своей целью и веришь в себя как никогда раньше, никто не встанет у тебя на пути. Слабые, никчемные людишки вылезают из своих нор только когда им кажется, что условия максимально комфортны. Но как только появляются проблемы и трудности, у них зарождаются сомнения. Как бы они грязью тебя не поливали, они будут всегда позади тебя. Будет целая куча ноющих, ненавидящих тебя неудачников, которые будут пытаться затоптать тебя ногами, потому что ты лучше них, и ты напоминаешь им о их слабостях. Здесь все начинается. Настрой свой разум, и тело последует. Скажи миру: поставь цель и достигни ее. И потом, день за днем, ты начинаешь делать эту цель, делать ее реальностью. Дело не в случайности, дело в настойчивости. Если в тебе нет настойчивости, то лучше даже не начинать. Стремись к той жизни, что оставляет за собой след, окрыляет других, заставляет идти за тобой. Не имеет значения, где ты начал и где ты сейчас. Важен сам путь, который ты прошел. Ведь путь всегда запоминается сильнее всего. Не финишная прямая, ведущая к наградам, а суровый путь к ней научил тебя, не жалея сил, выкладываться. Именно он научил тебя мобилизировать каждую клетку твоего тела на достижение заветной цели. Трагедии, несчастья приходят каждому из нас в этом мире, но только сильные выживают. Слушай меня внимательно. Ты бежишь от трудностей, когда по факту эти трудности и есть ступени на уровень выше. Чтобы заполучить эту волю и стать кем-то, ты просто обязан знать в лицо свои страхи и слабые места. Они твои лучшие друзья. Не каждый из нас способен понять это. Было бы это легко, каждый бы это делал. Но если жизнь бьет, тебе надо подняться и показать, кто здесь главный. Разница между чемпионом и тем, кого забудут навсегда, в том, что чемпион не упустит ни единого шанса. Не списывайте себя со счетов, не позволяйте мнениям, словам и действиям со стороны влиять на ход событий. Верьте в себя, и вы никогда не прогадаете. Но если ты вносишь чье-то мнение в свое уравнение успеха, ты можешь быть глубоко разочарован от полученного результата. Сколько бы ни потребовалось усилий и шагов, рано или поздно ты придешь к своей заветной цели, а люди так и будут обсуждать тебя за спиной. О жизни нам известно одно. Когда-то мы все умрем, ведь так? В конечном итоге все умирают.
но наше наследие может жить вечно.